Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 63 на странице 45. Прочитайте слова, заимствованные из других языков. Греческий язык – телефон, каталог, библиотека, горизонт, кровать, театр. Итальянский язык – газета, помидор, макароны, опера, флейта, мозаика. Голландский язык – флаг, флот, компас, катер, матрос, штурман. Французский язык – шофер, шоссе, метр, багаж, билет. Немецкий язык – картофель, бутерброд, лагерь, ранец, солдат. Латинский язык – каникулы, комната, класс, циркуль, конкурс. Запишите слова любой группы по алфавиту. Объясните их значение. Давайте возьмем слова первой группы, которые взяты из греческого языка, и запишем их по алфавиту. Начинать мы будем со слова на букву «Б» – библиотека. Библиотека. Дальше у нас будет слово на букву «Г» – горизонт. На букву «К» у нас два слога. Каталог и кровать. Смотрим на вторую букву. У нас вторая буква в слове каталог А, в слове кровать Р. Поэтому мы сначала пишем каталог, а потом уже кровать. На букву Т у нас также два слова. Это театр и телефон. Так как у нас и вторая буква Е одинакова в словах, то мы посмотрим на третью букву. В слове телефон это буква Л, а в слове театр это буква А. Так как у нас А идет раньше, чем буква Л, то сначала мы пишем театр, а потом уже телефон. Давайте объясним значение этих слов. Библиотека – это место, где хранятся и выдаются для чтения книги. Горизонт – это видимое вокруг нас пространство. Каталог – это перечень чего-либо – книг, журналов, дисков. Кровать – это мебель. Театр – это искусство, которое выражено в драматической постановке. Телефон – это аппарат для того, чтобы можно было по нему разговаривать на расстоянии. Познакомьтесь со словарем иностранных слов в учебнике. Смотри страница 158. Запишите толкование слова «дирижер». Итак, кто такой дирижер? Дирижер с буквой «ер». Точка. Дирижер – это человек, запятая, управляющий хором или оркестром. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.